Студент-математик ХГУ Кирилл Костицын уверен, сдать ЕГЭ по математике на отлично можно в легкую. По его мнению, основная проблема выпускников не в слабых знаниях, а в том, что они неправильно подходят к самому процессу решения предложенной задачи. Будущий педагог разработал для школьников алгоритм действий, который поможет им решить задание любой сложности. В первую очередь надо полностью прочитать задачу, ознакомиться с ней, выписать, сделать какие-то краткие записи о ней, что дано, что надо найти, какие есть начальные условия, возможно. Карина Владимирова в перерывах между парами разработала целую систему, которая поможет горожанам увлажнить воздух в квартирах. Обойдется прибор в разы дешевле, чем в магазинах. Для Сибири проблема более чем актуальна. Отопление в квартирах почти круглый год, а жители Абакана этой зимой и вовсе задыхались от перетопов. Оно не только как увлажнитель как бы действует, оно еще работает как бактерицидное средство. Добавляем какое-нибудь ароматическое средство туда и, пожалуйста, можно обеззараживать помещение. На конференцию в ХГУ съехались около 300 молодых ученых из России и ближнего зарубежья. Научные разработки представились в самых разных областях, начиная от рыбоводства, заканчивая архитектурой. Кстати, этим летом студенты ХГУ займутся уже практической наукой. Будут выращивать овощи, используя последние разработки. Наука должна помочь получить рекордный урожай. Мы планируем, что все, так сказать, выращенные овощи мы будем использовать в комбинате питания. У нас есть комбинат питания, который готовит пищу для студентов. Если мы вырастим нормальный урожай, это сможет нам снизить цены хотя бы там на какой-то период и на какие-то виды блюд. Подобные конференции – это не только теория, но и практический опыт. Студенты участвуют в различных мастер-классах. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.